Ребята, сегодня в Республике Ди с вами только я, Миша Будный. Но тем не менее, уверен, что скучать нам будет некогда. Ведь у нас столько всего интересного впереди. Всматриваться в детали – очень ценный навык. Сколько я раз сталкивался с тем, что большие неприятности происходят из-за мелочей. Именно этому умению можно поучиться у турецкого художника Хасана Калея, который создает крохотные картины на самых необыкновенных поверхностях. Он решил расширить границы традиционной живописи, рисуя миниатюрные картины буквально на чем угодно. Это могут быть арахисовая скорлупа, половинки миндаля, банановые чипсы и даже кофейные зерна. Любая вещь подойдет, если она достаточно мала. Иногда Калей использует для творчества и неорганические материалы, но картины на еде получаются наиболее впечатляющими из-за непостоянства и своеобразия материала. Так что вглядываемся в детали и не забываем смотреть «Республику Ди». Не всім пощастило навчатися в першу зміну. Але якщо вже так сталося, що в тебе уроки починаються після обіду, то сумувати не слід. Краще разом із друзями відвідати заняття екологічного гуртка. Тут завжди є що робити. Наприклад, цього року юні екологи вирушили на пошуки робочого матеріалу в дитячий парк. Заготовити листя, каштани, жолоді, гілочки, аби взимку майструвати красиві вироби. І, звичайно, як же не допомогти дорослим? Восени несподіваний вітер іноді так розлютується, що аж за голову хапаєшся. Навіть якщо набіжать хмари та закрапає дощик, юні екологи не розгубляться. Друга частина уроку пройде більш-менш традиційно, а саме в кабінеті. Сонячного світу становиться мало, дні становиться коротше, і растіння готуються до зимньої спячки. Що відбувається з біологічними станціями, які кормять растіння? Вони становяться ненужними. Хлорофіл розрушається і появляются те пигменты, которые были в листе, желтые, красные, оранжевые. Листья падают, потому что на их черешке образуется толстый слой. И когда на следующий день дует ветер, листья перегибаются и падают на землю. Летом у деревьев много хлорофилла, и они зеленые. Вот, например, как черный орех. А осенью у них проявляются другие пигменты, потому что хлорофилл разрушается. Вот пример. Сначала осенью начинает холодать, дни становятся короче, ночи длиннее. Потом начинают опадать листья с деревьев, дождь начинается, листопад, листья желтеют, потому что разрушается хлорофилл. Начинаются всякие осадки, там в спячку впадают некоторые животные. В осень я люблю много различных окрасок деревьев. Цвета листьев начинают краснеть, пейзажи красивые для фотографий. Thank you.
колишній станції юних натуралістів діти можуть пропадати годинами. Спілкування з тваринами, догляд за ними – це ж справжнє свято. Наш зоологический кабинет, зоологический кружок существует, можно сказать, с момента основания нашей раньше еще станции юных натуралистов. Сейчас называется у нас эколого-натуралистический центр республиканский. Раньше это была станция юных натуралистов. И ребята, юные натуралисты, приходили, занимались в кружке. Это были любители природы, любители животных. Вот. Но сначала наш зооуголок существовал просто как небольшой кабинет, в котором обитали хомячки, крыски, морские свинки. Было, конечно, малое количество. Затем вот это вот здание уже построили специально для нашего кружка. То есть раньше кружок назывался «Любители домашних животных», кружок зоологический был. Вот. Теперь «Мир животных» немножко изменяется название, но, тем не менее, суть не меняется. То есть к нам в кружок приходят ребята, любители различных животных. Вот, изучают все о содержании домашних различных мелких животных. То есть это и аквариумные рыбки, декоративные птицы, грызуны, свинки морские, хомячки, кролики, кошки, собаки. На занятиях кружка изучаем также и диких животных, чтобы ребята, проживающие здесь в Крыму, знали, каких животных можно встретить в лесу, где-то в поле, то есть в дикой обстановке. У нас дома мы жили два паука птицеяда, две змеи, три даже змеи, два хамелеона, одна ивуана жила. Сейчас у нас живет джунгарик, кот, песчанка, мышь песчанка и черепаха египетская. Ну, у нас много животных там было. Наша сім'я любить екзотичних животних. Теоретична частина дуже потрібна. Ніхто й не перечить. Але до практики, як бачимо, діти завжди охочіші. Кто не ходит на выходных с друзьями и родителями в походы, очень много теряет. Тем более, что природа Крыма настолько богата, что самый скучный и привередливый ребенок может найти что-то интересное для себя. Например, меня заинтересовали горы и пещеры. Я даже начал интересоваться, не в Крыму ли самая глубокая пещера в мире? Оказывается, нет. Ведь самой глубокой из открытых сегодня пещер считается пещера Крубера-Воронья. Она находится в Абхазии, в горном массиве Арабика. Глубина, до которой ее смогли исследовать, составляет 2196 метров. И заметьте, это не просто яма. Наоборот, это лабиринт ходов и ущелий, уходящих вниз, в том числе и под воду. А нам дальше не под воду, а к следующей рубрике. Хочеш вір, а ні, то перевір, але літати тепер може абсолютно кожна людина на світі. Звичайно, мова йде не про літаки, а про вільний політ у просторі. Ще з давніх часів людство прагнуло покорити небо. Давньогрецький міф про Детала і Кара – кращий цьому доказ. За легендою, Детал запозичив ідею польоту у птахів і за допомогою пір'я та воску змайстрував величезні крила. Проте цей політ видався невдалим. І геніальний майстер Дедал втратив свого сина. Проте сьогодні існує багато шляхів досягти омріяного польоту. У США сьогодні діє декілька шкіл акробатики та польотів на трапеції. У Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Вашингтоні, Бостоні та Чикаго. Тут будь-кого можуть навчити літати. Трапеція – прилад повітряної гімнастики, горизонтальна металічна перекладина, високо підвішена на вертикальних стропах. Так називаються мотузки з умонтованими в них тросами. Сьогодні політ на трапеції – традиційний церковий номер. Проте мало хто знає, що це мистецтво було запозичене зі спорту у середині 19 століття.
Майстри розрізняють одинарні, партнерні, групові та перехресні польоти. А от новачки можуть повчитися найпростішим основам за допомогою професійних тренерів і також здійснити декілька циркових трюків. Серед відвідувачів є як професійні танцюристи, актори і акробати, так і офісні працівники, пенсіонери та діти. Перш за все, людей у це місце приводить бажання подолати свій страх, здійснити давню мрію або зробити крок назустріч новим враженням. Тож і ви не зволікайте, вигадуйте, досягайте, перемагайте. Я раньше даже и представить себе не мог, что заброшенные места могут быть такими красивыми. И отсутствие людей этим помещениям совсем не вредят. Наоборот, здания превращаются в волшебные дворцы со своим собственным стилем и порядком. Например, фотографии вот этих комнат в Нью-Йорке сделал художник Мэтт Ламброс. Несмотря на то, что фотограф живет в Америке с детства, даже для него удивительные пейзажи заброшенных кинотеатров стали открытием. Несмотря на то, что фотограф живет в Америке с детства, даже для него удивительные пейзажи заброшенных кинотеатров стали открытием. Будь я голливудским режиссером, то ходил бы в такие кинотеатры не смотреть, а снимать кино. А у нас на очереди беседа с самыми маленькими телезрителями. Деньги? Да. Денежки берут, их берут, зарплату получают, и когда зарплату получил, их берут и за них что-то покупают. Они берут из кассы. Делают африканцы. А откуда они берутся? Африканцы. Они прилетают или приплывают на остров. Нет-нет, а деньги, это такие, ну, монетки, там, бумажки, деньги. Они находят на острове. Денежки мы сами зарабатываем. Денежки берутся, они зарабатывают работы. Из работы. Ну, а появляются они каким образом? На банкомате. Это лучик. В магазине. А еще? В банке. В магазине. Деньги берутся, их зарабатывают мамы и папы. Зарабатывают на работе. Получают. Где? На работе. Их зарабатывают. Да, а кто их делает? Откуда они вот, ну, появляются? Их находят на острове. Какие-то тети и дяди делают. А зарплату надо получить на работе. Зарплату дают. Для вас, дорогі наші глядачки, ми підготували сюрприз. Адже сьогодні до Республіки Ді завітала дуже цікава дівчинка, таланти якої лічити не перелічити. Отож, я вас із нею з радістю познайомлю. Це Інна Сінікова. Привіт, Інно, я рада тебе бачити. Як ти сюди добралась? Привет, Миша. Добралась я сюда хорошо. Сьогодні пропустила тренировку, очень рада бути в этой студії. Я знаю, що в тебе дуже багато нагород, дипломів та кубків. Ти постійно береш участь у міжнародних конкурсах і змаганнях. Тож давай розпочнемо нашу бесіду зі згадки тих, хто тебе супроводжує, хто тобі допомагає. На першу чергу мені більше всього допомагають батьки.
На втором месте мне уже помогает тренер, он меня поддерживает, также и в музыке. А расскажи еще набыть про них. Маму мою зовут Таня. Она добрая, всегда меня помогает, говорит, какие ошибки делать. Она тоже хореограф. Папу моего зовут Вова, он теннисист, тоже иногда смотрит на тренировках, говорит, что я молодец, поддерживает меня. И когда мне что-то не получается, говорит, чтобы я не расстраивалась. Тренер у меня, ну, строгий, целеустремленный. Если девочка-гимнастка старается, значит, он, ну, это видит и пытается сделать из нее чемпионку. А чи є для тебе хтось на зразок кумирів? Чиєю працею ти захоплюєшся? Очень мне нравится Аня Резудинова. Это чемпионка мира по художественной гимнастике. Мне нравится, как она работает. У нее хорошая предметная подготовка. Она очень старается. А расскажи еще, набудь, про своих тренеров с гимнастики та викладачів зі співу. Що ти відчуваєш якусь різницю між їхніми викладаннями? Мою вчительницю по вокалу зовут Анна Николаевна. Она тоже строгая, помогает мне, учит правильно петь, и я добиваюсь результатов. По фортепиано у меня учительница подобрее, она тоже у меня помогает мне, я учу с ней разные произведения, вместе мы разбираем и добиваемся хороших результатов. А в яких ты країнах на змаганнях вже побувала? Я побувала в городах Украины, в Киеве, в Луганске, во Львове, в Ровно и так далее. Еще я побывала в городе из России, в Санкт-Петербурге, и побывала в Испании. А де тобі сподобалось найбільше? Чим саме? Больше всего мне понравилось в Санкт-Петербурге. Там очень чисто, очень красиво, очень красивая архитектура, очень ровные дороги и добродушные люди. Я хотів би хоч намного побути в Новій Зеландії. Уявляєш, там хазяєва не закривають двері своїх будинків. А чи хотіла би ти побувати у якусь екзотичну страну? Да, я хотіла би побувати в Арабських Еміратах. Мені говорять, що це дуже багата, красива страна, що там дуже чисто. Я ще збився з рахунку. Розкажи подробно про свої таланти. Художественной гимнастикой мне нравится заниматься, потому что это самый, ну, можно сказать, женский вид спорта. Он самый распространенный для девочек. Мне нравится им заниматься, потому что хорошие девочки, и я хочу быть все время первой, добиваться очень хороших результатов. И как тебе вдається відпочивати, коли ти у цей час зайнята? У меня есть выходные, но не всегда. Чаще всего это воскресенье. В свободное время я читаю книжки, рисую, еще я придумываю сказки. Еще мы ездим с друзьями на какие-нибудь прогулки, экскурсии. А чи є в тебе мрія? Поділишся з нами? Да, у меня есть мечта. Я хочу тренироваться у тренера в Новогорске, это самый лучший тренер во всем мире. А еще я хочу себе собачку. А як щодо радості від перемоги? Що ти відчуваєш, коли закінчуєш номер і чуєш оплески? По музыке, когда я заканчиваю свое выступление, когда я понимаю, что я сделала плохо, я не очень радостно ухожу со сцены. А когда понимаю, что я сделала хорошо, я выхожу с гордостью, с достоинством. И я вижу по глазам своего учителя, рад он или нет. Также в гимнастике. Я понимаю, когда сделала хорошо свой номер, а когда плохо. Расскажи про свою останню перемогу. Що, де и як? Последнюю свою победу я получила в Санкт-Петербурге. Я заняла второе место среди всероссийских соревнований. Ну що ж, спасибі
тобі за те, що до нас завітала. Нехай усі твої мрії здійсняться. А ми продовжимо пригоди в Республіці Ді. Взрослые с нами не согласятся. Ну и пусть. А я все-таки считаю, что когда-то очень-очень давно по земле все-таки ходили великаны, циклопы и тролли. А доказательства? Вот вам и доказательства. В северной стране Норвегия на горе Скегидаль есть удивительный каменный выступ с интересным названием «Язык тролля». Это явление природы часто наблюдали жители городка Одда, прогуливаясь вдоль озера Рингедалсватун, над которым и навис когда-то языкатый тролль. Видимо, именно они и дали такое сказочное название выступу в скале. А вам придумывать ничего не надо. В Республике Ди за вас все сделаем мы, корреспонденты. А я передаю слово Алине Клименко. Привет, ребята! Все правильно, Республика Ди, как всегда, приготовила для вас сообщения о самом интересном. А расскажу вам о них я, Алина Клименко. В Ялте в пионерском парке открыли современную детскую площадку. Она выполнена в форме 30-метрового корабля-парусника. Площадка была установлена на средства городских предпринимателей. Школьникам из Крыма предложили поучаствовать в электронной олимпиаде. Она проводится в пятый раз. В ходе мероприятия участники выполняют задания по русскому языку, обществознанию и истории. Стать участником может любой желающий школьник. При этом программа рассчитана на выпускные классы. Участникам предлагают пройти два тура в удаленном режиме через сеть интернет, а финальный этап можно пройти либо в Санкт-Петербурге, либо в Тюмени. Хитрый кот взял в пленники своих хозяев в городе Портленд, США. Разъяренный кот заставил своих хозяев спрятаться. Животное так напугало людей, что им пришлось забаррикадироваться в спальне. Пока кот дежурил возле закрытых дверей и громко кричал, его хозяева позвонили в экстренную службу. Полиции удалось утихомирить буйного питомца, после чего он просидел в клетке, пока не успокоился. Уснувшего в шкафу мальчика искали 30 полицейских и вертолет. Заметив исчезновение сына, Бекки Гам сообщила об этом в полицию. Поисками 4-летнего Чарли превратились в масштабную операцию, в то время как малыш спокойно спал в одном из кухонных шкафчиков. Комизм ситуации достиг того уровня, что мальчика официально признали исчезнувшим без вести на протяжении 4 часов. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю! И что же мы обычно делаем перед тем, как закончить Республику Ди? Конечно, мы узнаем, что же посоветуют нам прочитать наши зрители. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Костык Женя. Я перешел в 5 класс гимназии номер 1 города Симферополя. Хочу задать один вопрос. Как вы думаете, есть ли чудеса в нашем мире? Разумеется, пока в них веришь. Просто закрыв глаза, можно фантазировать, выдумывать и мечтать. Фантазия никуда от вас не денется. Она может расти до бесконечности. Но если хотя бы на миг засомневаться, страна фантазия начнет слабеть, заболевать. И, наконец, полностью исчезнет. Она превратится в ничто, серое и безликое. Об этом можно узнать из фантастической повести «Бесконечная книга», написанная немецким писателем Михаэлем Энде. Однажды, убегая от хулиганов, 10-летний мальчик по имени Бастиан прячется в книжном магазине и замечает там толстую книгу под названием «Бесконечная история». Укрывшись от всех на школьном чердаке, он обнаруживает на страницах книги чудесную страну-фантазию и в какой-то момент, увлекшись чтением, сам попадает туда. Я с удовольствием читал о молодом, храбром воине Атрее, о чудесной девочке-королеве, живущей в башне из слоновой кости, о перламутровом драконе счастья Фухуре и, конечно же, о мальчике Бастиане. Это не просто замечательная сказка. Она рассказывает о том, как быть сильным, как быть отважным, как дружить и не предавать друзей. Начинаешь понимать, что все до единой книги на свете волшебные. Бесконечную историю невозможно оставить, пока не дочитаешь до конца. И сейчас я зачитаю отрывок из этой книги. Она вообще никак не выглядит. Это как...
Для этого нет подходящих слов. Это пришел на помощь Крохотулька, как если бы ты был слепой, когда глядишь на это место. Так? Блуждающий огонек уставился на него, раскрыв рот. «Это самое точное определение!» – вскричал он. «Но откуда? Я хочу сказать, как? Значит, вам это тоже знакомо?» А дальше вы узнаете, пока прочитаете сами эту книгу. Настало время прощаться. Пусть с вами будет куча шуток, стайка улыбок и радостный хвостик. Пока-пока!